участка у нас получилось 10 кубических метров леса. Но лес, можно сказать, такой, условно говоря, это не деловой, не строительный. То есть здесь редко встретишь вообще, чтобы больше 14 сантиметров, их вообще нету. Поэтому мы распорядились таким образом. Мы постелили из него дорогу. Чтобы можно заезд было, к участку. Заезд, чтобы можно было подъезжать транспорту для строительства дома. Вот. Здесь у нас торфяные почвы. Я думаю, что нам повезло, что под домом там достаточно неплохой участок с песком. Ну, естественно, мы будем его уплотнять этим же песком, потом гравием. Но подъезд мы сделали таким образом. Не стали, как соседи, выгребать торф, а наоборот. Постелили дополнительно основу из бревен. Прочитали ГОСТы по строительству дорог на торфяных участках. Вот. Геотекстиль мы постелили между бревнами и песком, чтобы песок не растворялся в торфе. Вот, тем самым сделали еще, опять же, повысили несущую способность грунта. Затем, когда песок будет уже в нормальном состоянии, 60 сантиметров толщиной, мы его уплотняем. Каким образом? Ну, послойно. Вот сейчас мы вот насыпали слой сантиметров 15, уплотнили, потом завозим еще, завозим еще, завозим и уплотняем сразу. 60 сантиметров набираем, расстилаем геотекстиль и засыпаем щебенкой.